Для начала хочется поблагодарить автора фильма Сергея Алиева за очень интересный исторический фильм о нашем руководителе нашего государства, о святом императоре Николае II. Фильм на самом деле основан на исторических фактах. Фильм, в основу которого легли исторические сюжеты. И, знаете, интересно, вот история такая вещь, которую нужно помнить и учить. Ведь не зря мы даже в учебниках, я вот сейчас вспоминаю, в школе учились, все показатели уже тогда сравнивались с 13-14 годом. Это время правления Николая II, когда Россия достигла небывалой мощи. Ведь российский рубль тогда признавался всеми странами, это была, наверное, самая конвертируемая валюта. Ведь тогда мы строили Транссибирскую магистраль, тогда реализовывались очень многие, можно сказать, по современным языком инфраструктурные проекты. И на самом деле война-то была проиграна, по сути, она царской властью или царем не была проиграна немцам, она была проиграна благодаря или в связи с предательством, в связи с революцией, которая произошла на тот момент в России. Поэтому, что касается фильма, безусловно, фильм интересный. Фильм, который изобилует высказываниями и историков, высказываниями и современных людей, историческими фактами. Поэтому это фильм, который я советую всем посмотреть. Просто спокойно людям, сомневающимся, людям, любящим царя, людям, может быть, не понимающим нашего императора, но посмотреть его нужно, ведь, слава богу, сегодня есть возможность и свободный выбор у каждого человека посмотреть и сделать для себя выводы. Поэтому рекомендую всем россиянам, всем людям просто прийти посмотреть этот фильм, а после этого делать уже выводы. Спасибо. Добрый день, меня зовут Иванова Анастасия, я президент благотворительного фонда «Наследие Крыма». Фильм мне очень понравился. То, что делает Сергей Алиев, это очень важно. Это восстановление исторической справедливости. Необходимо установить юридические и исторически значимые факты для того, чтобы предотвратить перевирание истории, которым занимаются на протяжении уже многих лет различные псевдоисторические деятели, а также пропагандисты, которые фактически работают на Англию и США. Мы должны понимать, что роль Николая II – это роль великого деятеля, который вывел Россию на передовые позиции в экономике, в политике. Отняли у нас 30% наших территорий. Поэтому мы должны дать достойный ответ нашим политическим оппонентам, постараться объединиться. Объединиться, прежде всего, примирением между красными и белыми. Один из моих прадедов воевал за белых, другой за красных. Я понимаю позицию и тех, и других. Но мы должны понимать, без примирения мы не сможем победить наших политических оппонентов. В этом цель, в том числе нашего фонда. И спасибо Сергею Алиеву за прекрасный фильм. Вот фильм, да, действительно понравился. Фильм о правде. Вот. Дай Бог, чтобы эта правда донесла до наших детей, до наших внуков. Вот. И чтобы также они смотрели и плакали, чтобы научиться правильно, правдиво жить. И чтобы действительно основа государства была семья. Чтобы мы также научились любить по-настоящему. Фильм понравился. Ну, во-первых, мне кажется, это дело богоугодное, правильное. И со стороны истории, со стороны православия. Мне кажется, то есть как бы он, может быть, какие-то были, какие-то шероховатости. Может быть, там спикеры были не те, не именитые. Мне кажется, очень важный момент, вот об этом говорил создатель фильма. Он, правда, сказал, что фильм вроде посвящен, это не как бы не противовес Матильде, но мне ощущение как раз, что все-таки фильм именно как раз в противовес Матильде, в принципе, сделан. Возможно, он бы не привлек и мое внимание, и внимание вот других, и вообще, может быть, не было бы создан, если бы не было Матильды. Немножко, да, перейду на Матильду, да. Я просто считаю, что вот не так страшна, конечно, Матильда, но вот есть такой принцип разбитых окон и окно Овертона. Такие две теории, которые уже озвучены, ну, то есть проверены на практике, что они работают. Ну, объясняется это просто проще, что дьявол кроется в мелочах. И вот фильмом «Матильда» как раз-то разрушаются наши какие-то исторические основы,
какие-то православные вещи. И, безусловно, на это мирно смотреть нельзя. Поэтому я рад, что вот посетил этот фильм, посмотрел. И должен быть какой-то противовес. Вот этот противовес создан, поэтому спасибо всем, кто причастен к созданию этого фильма. Ну и я надеюсь, что вот наши оболганные, так сказать, правители или исторические какие-то личности вот будут с помощью вот таких, таких продуктов, да, киноиндустрии, будут как-то восстанавливать свою такую репутацию. Потому что, конечно же, то, что вот царя оболгали, но это естественно исходит из того, что сменившийся строй коммунизма, большевиков, он должен был, просто обязан очернить царя. Во-первых, чтобы оправдать тем, то, что они его растерзали и уничтожили. Во-вторых, для того, чтобы, ну, так сказать, оправдать смену режима и смену всех своих действий. Поэтому это естественно, что роль царя, вообще его личность, конечно же, была очень так густо оболгана. И вот, слава богу, появился вот такой фильм, который нам открывает совершенно по-другому и рассказывает об этих фактах. Мне фильм очень понравился. И спасибо Сергею, что он снял такой замечательный фильм. Я действительно бы хотел, чтобы этот фильм показывали по всем центральным каналам, потому что он несет свет. Я когда в начале фильма это все слушал, слезы навернулись на глаза, потому что я представил себе ту Россию, какой она могла стать. Но случилось то, что случилось. И сейчас наша задача донести до нового поколения, для тех людей, кто сейчас живет, для детей, которые родились, то, что нужно изучать свою историю, нужно знать своих святых и охранять честь их. То, что касается основных законов, законов нравственности, то мы видим, что в наше время это тоже не соблюдается. Поэтому я считаю, что такие фильмы с участием известных людей, они помогают молодому поколению формировать взгляд на те события, которые были давно, 100 лет назад. И это то, что нужно показывать в кинотеатрах. Не другие фильмы, которые мы осуждаем, а именно это. Спасибо большое. Изначально этот фильм предполагался как противовес Матильде. Но получился другой фильм. Фильм-рассказ о нашем царе, последнем нашем царе. И у меня осталось такое ощущение, что после фильма идет многоточие, не точка. Потому что чем больше погружаешься в эту тему, тем больше возникает ощущение, что сейчас уже дело не в Матильде, не в этом фильме. А сейчас необходимо полностью изменить отношение к императору в нашем обществе. И мне кажется, успокаиваться можно только тогда, когда во все наши учебники будут внесены корректные изменения, когда в школах начнут преподавать так, как надо, историю. В общем, я желаю продолжения этого фильма, уже теперь на более высоком уровне, историческом. В общем, я желаю удачи создателям фильма. Молодцы они, спасибо им большое. Здравствуйте, меня зовут Пиваров Николай. Только что посмотрел прекрасный, замечательный фильм «Оболганный государь». Знаете, на самом деле, давно пора было снять, скажем так, этот фильм, потому что в год столетия революции, скажем так, очень важно переосмыслить то, что было 100 лет назад. Определенный отрезок времени наши родители, наши бабушки и дедушки жили с другой, в кавычках, правдой. Вот. Но, слава богу, мы сейчас живем в такое время, скажем так, в котором есть возможность наконец-то узнать истину. Вот этот фильм – это как раз такая возможность, благодаря которой ты узнаешь правду. Правду о тех людях, а точнее о том человеке, о русском православном царе, который 100 лет назад правил Россией, к сожалению, который был
последний русский царь. Вот. Собственно говоря, что касается необходимости снятия этих фильмов, я считаю, что необходимо снимать такие фильмы, необходимо рассказывать людям правду, необходимо рассказывать молодому подрастающему поколению о том, что же все-таки случилось 100 лет назад. У нас так много любят говорить там, вот, о последних происходящих событиях в политическом пространстве, о государственном перевороте на Украине, о том, что нельзя такого делать, о том, что нельзя легализовывать Майдан. Но, к сожалению, мало кто задумывался о том, что случилось 100 лет назад. О том, что, скажем так, происходило на протяжении всего периода советской власти. Происходило следующее, что на протяжении всего периода советской власти у нас фактически легализовывался Майдан. Легализовывался государственный переворот. То есть люди рассказывали о том, что, видите ли, оказывается, можно, руководствуясь благими намерениями, делать государственный переворот. Можно убивать, скажем так, предводителей государства. Но мало кто понимает, когда читаешь воспоминания очевидцев того времени, скажем так, казаков, собственно, конвоя его императорского величества, о том, что для них это было, что было такое для них отречение. Это нам сейчас непонятно. Мы живем у нас 70 лет назад, 20 лет назад были генсеки, которые сменялись, потом президенты, которые сменялись. Для нас некая сменяемость власти, она вполне гармонична и логична. Вот. А что такое для человека, который жил в Российской империи, было уничтожение монархии, то есть гибель монархического строя. Это в уме не укладывалось. Некоторые люди с ума сходили, как вот эти казаки из воспоминаний идут, держатся за голову, все пропало, царь отрекся, что будет дальше? Просто. И депрессия у людей, они не понимали, что будет дальше. Народ тысячу лет жил при царе. Поэтому очень важно задуматься в год столетия, что же все-таки случилось тогда, переосмыслить эти события и найти истину. Вот спасибо большое режиссеру фильма, который такую прекрасную картину снял об этом. Только что я посмотрел фильм «Оболганный государь». Могу сказать, что те 2 часа, что я провел в зале, были трудным временем моей умственной и душевной работы. Мне приходилось проживать и переживать все происходящее на экране. Такой фильм нужен, безусловно, потому что спустя 100 лет у большинства подавляющего нашего населения нету связанной картинки и представления того, что произошло 100 лет назад. А если мы не знаем нашего прошлого, то нас очень легко обмануть. Безусловно, фильм не для широкого проката, не для публики, а для людей, которые уже сознательно решили, так сказать, разобраться в вопросе. Мне он понравился. Вот. Я считаю, что было бы здорово ввести его в какие-то программы, хотя бы там, куда вот может дотянуться Русская Православная Церковь. Спасибо. Фильм блестящий. Фильм очень нужный, фильм русский, фильм православный, фильм духовно-исторически состоятельный. Но я кое-что хочу дополнить. Вот в фильме говорилось о том, какая огромная заслуга перед Россией строительство Мурманской дороги. Действительно, она очень пригодилась и в Великую Отечественную войну. Но хочу еще о чем сказать. Ведь Николай Александрович курировал Транссибирскую магистраль. Транссибирская магистраль позволила осенью 41 года с Дальнего Востока перебросить дивизии под Москву. Кто Москву спас? Дальневосточные дивизии. А если бы не было бы Транссибирской магистрали, построенной Николаем II, как бы они с Дальнего Востока пешком бы шли, они бы опоздали спасти Москву. То есть, понимаете, какая вещь? Вот выходит Поклонская на
марша бессмертного полка. Кто-то над ней смеется, она правильно делает, исторически верно. Не будь Николая II, Москву бы не отстояли. Вот вам Николай II, герой Великой Отечественной войны. И таких моментов масса. Мы корнями уходим в дореволюционную царскую Россию. Там наша Родина. И возрождение России, возвращение в Россию и Советского Союза, вот через Российскую Федерацию, возвращение в Россию – это наше выживание. Вот иначе не выживем. А если мы почувствуем, поймем, что мы наследники и Древней Руси, и Московского царства, и Российской империи, то есть всей тысячелетней, трудной, драматичной, но великой истории, вот если это мы почувствуем, то тогда будет и возрождение. И еще что очень важно, вот какая у нас национальная идея? Да она только одна, это православие, это Святая Русь, ничего больше быть не может, только это выдержало испытание временем. Никакого новодела вот не удастся закрепить, каким бы там законом, декретом бы не принимали. Только вот это. И фильм чем важен? Он русский, он сердцем сделан, он о нашей истории, он о замечательном государе, он о замечательной семье. Какие трогательные письма. Чего нам сейчас не хватает? Семьи крепкой, надежной, с любящими супругами. В такой семье будет и 5 детей, и больше будет, и сохранится Россия. Вот если мы с Николаем II, будет Россия, будет семья и будет будущее. Разрешите представиться. Олег Романовский, коренной москвич. Но так получилось, что наш род переехал в Москву 1893 года из Саратовского Заволжья. Все мои предки служили Отечеству в той или иной степени. По отцу у меня мой дед был священником и отцом благочинным, который вырастил 12 человек детей. Поэтому не пустое слово для меня Отечество, потому что все наши предки служили ему. Вот этот вот символический меч игрушечный, который у меня в руках, говорят, не мир, но меч. Но русские люди всегда приносили мир на земли. Причем мир и с точкой, что значит мир Божий. Что привело меня сюда, вы спросите? Меня привело то, что человек, тот, который независимо от своего жизненного, то есть в зависимости от своего жизненного пути, мне 79 лет, и я хочу знать, ради чего я пришел на землю, и кто будут мои потомки, и не посрамят ли они своим бытием Отечество. Вот я так же, как большинство из тех людей, которые были в вашем фильме, у меня трансформировалось представление о окружении императора Александра II и его роли. Я тоже считал, что он изнеженный, подкаблучник и все прочее. Я сейчас в пути нахожусь, как в пути наша страна. Важно одно. Вот наш путь с плюсом или с минусом. Я надеюсь, и мы сделаем максимум усилий, чтобы наша страна снова возрождалась, и для этого нужно знание, умение и принципы жизненные. Не убей, заповеди не только ветхосоветные, но и заповеди блаженства. И я, безусловно, лично могу простить своих врагов и врагов Отечества, но никогда это не сделаю во вред своему Отечеству. Честь имею. Ну, я, во-первых, хотел поблагодарить всех, кто потрудился, чтобы сказать то время, когда многие считали нужным молчать. О качестве фильма я рассуждать не буду, поскольку мало имею представления о том, как должно это быть. Но то, что там было сказано было искренне, вот, людьми, которые по-настоящему болезнуют об этой ситуации, когда открыто
посягают на наши святыни. Вот. И этому управу как бы не находят на таком официальном уровне. И это оставлено нам самим. Потому то, что сделал Сергей со своей командой, вот, честь ему и хвала. И я надеюсь, что этот почин будет для многих подспорьем. Вот, иначе какие же мы исповедники? Снимать нужно любое кино. И сегодняшний фильм также полезен, как был полезен любой другой фильм, снятый на эту тематику. Фильм о разломе, фильм о гражданской войне. Вообще, насколько я знаю, автор фильма сподвигла на съемки подготовка фильма «Матильда». Прежде сообщалось о том, что параллельно Сергей Алиев, Юрий Рязанцев снимают фильм, свою версию о Николае II. Я не хочу занять позицию автора фильма «Матильда» или стать на позицию фильмов о, значит, Николае II, версии Алиева и Рязанцева. Я уже сказал, что все фильмы полезны. Польза от сегодня просмотренного фильма в том, что он пытается нас объединить. Очень правильно сказал там муфти Москвы Альбер Крыганов, что к своим руководителям надо относиться с уважением. Об этом же говорили и другие выступающие. У нас после фильма была обстоятельная беседа с главным научным сотрудником Института российской истории господином Лавровым, и мы проясняли некоторые моменты. Фильм сделал, наверное, первый шаг в сторону прояснения истины. Истина обязательно будет прояснена со временем, может быть, на 10-м фильме, может быть, на 15-м. То, что история российских государей началась в Ипатьевском монастыре, закончилась в доме Ипатьевых, можно считать случайностью, можно считать каким-то злым роком, стечением обстоятельств, можно считать конспирологией, как такая мысль тоже в фильме высказывалась. Но мало кто сегодня знает, что в числе тех, кто охранял, а потом приводил в исполнение приговор о расстреле царской семьи, был военнослужащий по фамилии Ельцин. Он носил имя не Николай, он не был отцом Ельцина, он носил другое имя. Но это один из версий на тему о том, почему дом Ипатьева не был сохранен до сегодняшних дней, почему его вдруг неожиданно при руководстве Ельцина областью власти разрушили. Будь воля у Ельцина, тогдашнего руководителя Свердловской области, первого секретаря обкома, он бы мог сохранить, он бы мог сказать Москве, привести убедительные доводы того, что дом надо сохранить. У любого руководителя тогдашних лет, а я сам работал в номенклатуре, хотя и занимал небольшие должности, был люфт. И он этим люфтом мог бы воспользоваться, он не воспользовался. Поэтому, хотя российское общество сегодня не знает о том, что там был человек по фамилии Ельцин, мы не знаем его роли, он стрелял или стоял в оцеплении, но мы можем с достоверностью предполагать, что Ельцин, который руководил потом Россией, Борис Николаевич об этом знал. Мы должны снимать такие фильмы, чтобы прояснить все моменты нашей истории. И только тогда мы сможем закончить гражданскую войну, которая, к сожалению, до сих пор продолжается. И сегодняшний фильм это еще раз убедительно продемонстрировал. Спасибо.